Вашингтон рассматривает Каракас как своего будущего регионального вассала. Об этом заявила спикер нашего МИДа Мария Захарова, комментируя новость о том, что США назначили спецпредставителя, цитирую, «по восстановлению демократии в Венесуэле». По словам Захарова, это не что иное, как попытка введения прямого управления и грубое вмешательство в дела другой страны. Давление на Каракас Вашингтон усиливает с помощью Лондона. После настоятельных просьб главы Госдепа Майка Помпео Великобритания окончательно отказала правительству Мадуро в возвращении Венесуэле золотых слитков. Это иностранные резервы страны, которые хранились в Банке Англии. Речь о сумме более миллиарда долларов. Официальная причина – опасение, что власти могут использовать эти средства для преследования оппозиции.